Дани! Дань! Дань! Привет! Откуда Дань? Так, друзья, у нас сегодня уже будут фонтаны. Не знаю, меня там слышно или нет, у нас супер ветер сегодня. Но вот воду уже запустили, и уже как намного приятнее выглядит все. Вода, это вообще очень эстетично. Мы сейчас с дамой приехали, я не поздоровалась, кстати, всем привет, приехали в центр, у нас тут небольшие дела, заодно прихватили Дани. Сегодня супер сильный ветер, на самом деле, не знаю, меня там слышно вообще или нет. Короче говоря, ответ на вопросы будет во второй половине видео, и все, сейчас будем пока что, можно сказать так, погуляем. Ребята, только что я была на Северном проспекте, и к нам подошла девушка, которая сказала, что смотрит мой канал. Так что привет, если смотришь. Я так растерялась, если честно, что я даже не спросила, как ее зовут. Как-то неудобно мне стало. В общем, я не ожидала. Очень приятно. Так что еще раз привет. Если смотришь, напиши свое имя, пожалуйста, а то мне как-то неловко. Все знают, как меня зовут, а я не знаю, как зовут вас. Дань, а что ты будешь сегодня у нас? Кофе? Что-нибудь покрепче? Нет, я пошла. Официально открыт сезон холодных напитков. Итак, ребята, я уложила Дани спать. Теперь могу ответить на ваши вопросы. Я себе их сюда выписала. Я не буду их читать с телефона, потому что на телефон я снимаю. Итак, вопросы я разделила по группам. Первая группа будет про Ереван, про переезд. Ну, не про переезд, а просто именно вопросы про Ереван, для того, чтобы кому только это интересно, они посмотрели и дальше могли бы не тратить свое время. Так, самый первый вопрос, кстати, мне очень часто его задают, про хозяйственные магазины в Ереване, где можно купить всякую мелочевку для дома и не только мелочевку. Например, для совсем мелочей, для посуды и всякого такого, хозяйственных каких-то товаров, включая постельное белье, например, и всякое такое. В Ереване есть сеть магазинов Урарту, они находятся по всему городу, их очень много. И цены там нормальные достаточно, можете посмотреть там. Есть также у нас по типу Икеи, у нас магазинов на самом деле особо нету, Икеи точно нету. Есть магазин ЙИСК или ЙИСК, я, в общем, здесь вот поставлю их логотип, я не знаю, как правильно это читается. Ну, это тоже оно, международная такая сеть, мы пользовались, я помню, в Польше, когда жили. Там нормально, там есть какая-то мебель тоже, насколько я знаю, и всякая тоже для дома, там всего навалом, пожалуйста. И также по всему Еревану есть куча магазинов, «Тысяча и одна мелочь» они называются, то есть у них нету, естественно, ни интернет, какой-то версии, ничего такого, они все не связаны между собой. Но там можно найти абсолютно все, ребята, абсолютно все. Так что посмотрите где-нибудь в районе вашего дома, рядом точно найдется какой-нибудь такой магазин. И, в принципе, на этом я ответила на этот вопрос. Еще мне задали вопрос, сколько стоит однокомнатная квартира в Ереване на данный момент. На данный момент, друзья, с ценами все так же все сложно до сих пор. Примерно от 300 долларов. На самом деле там кто-то писал, что можно найти за 100 тысяч драмов, это 200 долларов где-то. А то и дешевле. Но я лично не сталкивалась с такими ценами. Я вот смотрю на цены. Возможно, если там какой-то очень плохой ремонт, либо это находится не в Ереване уже, возможно, за такую цену. Но в Ереване, если вам нужен интернет, нужно нормальное состояние квартиры, ну, 300 долларов надо иметь в виду, как минимум. То есть, возможно, найти, наверное, дешевле, но это очень-очень сложно, скажем так. Сейчас квартиры так, в принципе, осталось мало, а за дешевую цену уж тем более. Поэтому 300 долларов – это лично мое какое-то наблюдение. Если найдете дешевле, ура, это прекрасно, я только за. Еще меня спрашивали, какой район я люблю в Ереване, не считая центра, естественно. Ну, вся моя душа, вся моя любовь к центру. Есть также район Арабкир, называется. Он, в принципе, нормальный, то есть он находится рядом с центром. Там достаточно зелено. В принципе, нормальный район. Я там не жила, не могу сказать, насколько там с инфраструктурой, но вот проезжая мимо, скажу так, мне нравится нормальный район. То есть и за счет того, что он находится рядом с центром, удобно добираться, и за счет того, что он не в центре, нету таких проблем с парковкой, например, и цены чуть-чуть пониже. Так что, в принципе,
Нормальный район. Так, все, на этом группа вопросов про Ереван у меня заканчивается. Начинаются вопросы про Давида. Много вопросов про него. Итак, самый первый вопрос. В какой команде играет Давид? Давид на данный момент играет в команде Арарат, ереванская команда Арарат. Там он играет на позиции полузащитника, центрального полузащитника, но вообще, да, он универсальный игрок, он может играть как слева, так и справа, поэтому вот так. Но в данный момент он центральный полузащитник. Также поступал вопрос, сколько лет Давиду, сколько лет мне. Мы с ним одногодки, мы 90-го года рождения, то есть нам по 32 года. Мне еще 31, ему тоже, кстати, летом нам, ему будет 32, мне будет 32 осенью, так что... Еще мне задали вопрос, и не раз, кстати, особенно после недавнего проигрыша сборной Армении, что не так с армянским футболом? Что с футболом? Почему так плохо играют футболисты? Господи, боже мой. Друзья, я отвечу на этот вопрос так. Пожалуйста, не задавайте мне этот вопрос. Я не знаю, что не так с армянским футболом. Я на эти вопросы отвечать вам не могу. И как бы это не в моей компетенции. Я в этом не разбираюсь. Почему они сыграли хорошо или почему они сыграли плохо, пожалуйста, адресуйте эти вопросы либо самим игрокам, либо уже в какие-то высшие инстанции. Я не разбираюсь в этом во всем. И ответить на этот вопрос я вам элементарно не могу. А всем тем, кто предъявлял лично мне претензии за то, что мой муж футболист, и эти претензии были связаны с проигрышем нашей национальной сборной. Друзья, он даже не выступал за эти игры со сборной. И проигрыш к нему не имеет никакого отношения, ко мне вообще не имеет никакого отношения. И именно это были не вопросы, это были прямо претензии. Пожалуйста, эти претензии оставляйте при себе. И, возможно, это прозвучит как-то грубо, но я вам скажу, там разразилась какая-то вот такая... Прям у нас был такой разговор с одним комментатором, там еще подключились еще несколько. Скажу так, друзья, по поводу игр сборной, я еще раз повторюсь, эти вопросы не ко мне, не к моему мужу, тем более. И, пожалуйста, задавайте это тем людям, которые этим занимаются. На этом, я думаю, я ответила на этот вопрос. Итак, следующая группа вопросов, самая щепетильная, самая интересная. И это вопросы про Дани. Самый часто задаваемый вопрос, иногда это не вопрос, иногда это претензия, советы и всякое такое, разговаривает ли Дани на армянском языке? Понимает ли Дани армянский язык? Разговариваю ли я с Дани на армянском языке и почему вообще я с ним разговариваю на русском? Этот вопрос имеет несколько ответов. Начнем с первого. Я разговариваю с ним по-русски на видео, потому что это русскоязычный влог. И если я буду все сама говорить по-русски, а потом половину моего влога будет просто армянская речь, мои зрители из России не будут понимать. И, в принципе, даже если бы не было этого влога, скажу так, я в жизни сама по себе чаще разговариваю по-русски. Поэтому и с ребенком со своим я, соответственно, тоже разговариваю по-русски. Но это еще не все. Я намеренно с ним даже разговариваю по-русски, потому что все остальное его окружение, кроме меня, говорит на армянском языке. И я хочу, чтобы мой ребенок знал русский язык, чтобы он был билингвом, так же, как и я. Я с самого детства разговариваю на двух языках. Я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. И особенно, когда мне предъявляют такие претензии, что вообще-то надо бы с ребенком разговаривать на армянском. Друзья, его отец, то есть Давид, разговаривает с ним исключительно на армянском. Все, абсолютно все родственники, кроме меня и моей мамы, которая тоже русская, все разговаривают с ним на армянском языке. Я вообще не на секунду даже не сомневаюсь в том, что это какая-то проблема, когда он пойдет в садик. Там тоже все будет на армянском языке. При этом, если я не буду с ним абсолютно говорить на русском, он просто его не будет знать. А я хочу, чтобы он его знал хорошо. То есть школьной программы недостаточно, как я лично считаю. Потому что лично на моем опыте я знаю подростков, которые в школе точно так же проходят русский язык, но они его понимают с трудом достаточным и сами выражаться на нем не могут. Но так как я сама русскоязычная, и у меня... окружение мое из Петербурга, например, там большинство русские, все говорят по-русски, я хочу, чтобы мой ребенок тоже говорил по-русски, чтобы он его хорошо понимал и хорошо им владел. Не вижу никакой проблемы, я считаю, что я имею на это право, так что на этот вопрос я тоже ответила. По поводу, кстати, садика тоже поступил вопрос, собираемся ли Дани отдавать в садик. В садик мы собираемся его отдавать, да.
Мы даже сейчас рассматриваем вариант того, чтобы отдать его в такой это частный садик, где можно отдавать ребенка буквально на несколько часов, то есть это, наверное, ясли как-то так называется, то есть там такие мини-группы, где с детьми занимаются непосредственно там несколько воспитателей. Поэтому я такой вариант рассматриваю для себя, потому что, если честно, у нас так сложились обстоятельства, что мы с Давом здесь вдвоем. Моя семья находится в России, его семья находится в США, поэтому Дани чаще всего большинство времени проводит непосредственно со мной наедине, и хочется как-то его социализировать, то есть хочется, чтобы он привык немного тоже к другим людям. Это, конечно, не супер проблема, то есть до 3 лет, в принципе, это нормально, когда ребенок проводит время дома, вне социума, скажем так, без других детей, но, в принципе, я не вижу в этом ничего плохого. Отдавать в садик его в этом возрасте, ему 1.5, сейчас года, на полный день, конечно же, нет, я против, но на пару часов отдавать, в принципе, я в этом ничего плохого не вижу, но вопрос еще не решен, мы еще этот вопрос обсуждаем, рассматриваем, если будет какой-то удобный вариант, возможно, мы это сделаем. Еще был вопрос, что сейчас ест Дани. Дани уже 1.5 года, сейчас у него прорезались какие-то там маляры, вот эти зубы жевательные. Так что он ест практически все в соответствии со своим возрастом. То есть какую-то супержаренную там картошку фри, кока-колу я ему не даю. Но он, в принципе, ест с общего стола то, что и мы. Мы стараемся в основном питаться как-то более-менее правильно. Давид все-таки спортсмен. И все нормально, он ест, никаких проблем с этим нет. На самом деле, Даня любит поесть, слава богу. Слава богу, он любит поесть. Поэтому Даня, в принципе, вот ест все, что можно детям, скажем так. Что детям нельзя, там, объедаться тортами, шоколадками, этого всего нет. Шоколад он вообще не ест, ему даже ни разу, по-моему, не давала шоколад. Какие-то, если я пеку какие-то кексы и что-то такое домашнее, я ему даю чуть-чуть, в принципе, но вот так вот, чтобы он целый день там ел торт и запивал это все кока-колой, конечно же, нет, этот вариант я не рассматриваю на ближайшие лет 17, так что, ладно, я шучу, но я говорю, вот я стараюсь так, чтобы он питался правильно, но при этом без каких-то супер жестких ограничений, чтобы там ни грамульки сахара, ничего такого. Нет, я к этому отношусь, ну, не то чтобы отрицательно, но мне кажется, это, короче говоря, это не про нас. Еще поступил интересный вопрос от девушки. Интересный вопрос, ответ на который я ей не могу дать. Есть ли коррупция в Армении вообще? Есть ли какое-то кумовство, когда там люди помогают своим родственникам продвинуться по карьерной лестнице, при этом как-то это все делается через связи? Если честно, на этот вопрос я ответить не могу. У меня нет опыта, я вообще не знаю. Про коррупцию я уже давно ничего не слышала, чтобы там кто-то где-то брал взятки. Например, вот те же самые ДПСники сейчас, ну, нет, не берут взятки. Вы даже если предложите, скорее всего, у вас будут какие-то проблемы. Ну, вот в этом плане я точно знаю, что если вас там остановили, никому ничего там в карман не суете, то есть вам выписывается штраф за ваше нарушение, и вы все оплачиваете как бы официально. Про какое-то такое кумовство и всякое такое я не слышала, если честно. У меня нету ответа четкого сказать, что это 100% нет, я не могу. Но я не слышала о таком. Так что будем надеяться, что такого у нас нет. Еще девушка, по-моему, девушка, извините, если это была не девушка, меня спросила посоветовать армянских блогеров. Блогеров, которые говорят на армянском языке, потому что вот этот человек там учит армянский язык, и хотелось бы смотреть что-то вот такое. Если честно, я сама не смотрю армянских блогеров, вообще армянских, армяноговорящих я имею в виду, русскоговорящих я смотрю. Я даже сегодня специально загуглила, то есть на Ютубе попыталась найти какие-то именно влоговые каналы на армянском языке, но, если честно, то, что я там нашла, мне настолько не понравилось, что я даже не могу рекомендовать. Не то, чтобы там было что-то такое прям ужасно-ужасно, просто мне это вообще как-то неинтересно было. Поэтому, если честно, не могу ничего порекомендовать. Могу порекомендовать только, как их искать. Вы прям армянскими буквами вбейте в строку поиска Ютуба, там, влог, например, слово, и вам там выдаст какое-то определенное количество видео, возможно, вам понравится, я не знаю. Но мне ничего не понравилось, если честно. Я в основном смотрю либо русскоговорящих, либо... И все, только русского. Ну, либо я американских тоже смотрю, но именно влоговый формат. Я смотрю с русскоговорящими людьми, потому что мне такой стиль жизни и вот это вот повседневные влоги ближе, конечно, от наших русскоязычных людей. Не обязательно, что они русские, то есть не обязательно, что они живут в России. Поэтому порекомендовать, короче говоря, ничего не могу, извините. Еще меня спросили, задали вопрос, какой косметикой я пользуюсь. На самом деле, ничего супер-сверхъестественного я рассказать не могу. Мой косметический набор на данный момент состоит просто из чего-то
щеточки для бровей, из туши и BB-крема. То есть ничего такого, я не крашусь, там особо макияж не наношу. Я в свое время, кто не знает, работала визажистом, и я помню, как каждый день там накладывала какой-то макияж, и мне это все нравилось, я это все делала с удовольствием. Ну и вообще это было как бы профессионально, мне надо было быть, так скажем, намарафеченной, чтобы клиент видел, что он будет в итоге, что он получит, какую услугу. Но сейчас, особенно в армянской жаре, как-то нету никакого желания это все делать. И я не знаю, я сейчас как-то себя вижу больше без макияжа. BB-крем я использую, Healthy Mix BB-крем. Он достаточно легкий, нормальный BB-крем, мне нравится, он увлажняющий. У меня очень сухая кожа, поэтому хочется как-то что-то увлажнить. И тушь у меня Кабаре, которую все знают, она суперизвестная, все ей пользуются. Ну, не все, возможно. Если вы ей ни разу не пользовались, закажите себе ее, купите и попробуйте. Она просто восхитительная за свою цену. Она очень дешевая. Ее в свое время разрекламировала Гуара Витисян. Просто бомбезная тушь, очень классная. Так что, девчонки, берите на вооружение. И все. На самом деле, из косметики все. Я так особо ничего сейчас я не припомню. Вот у меня такой вот мини-набор. А, еще консилер. Я использую консилер от случая к случаю. Сейчас даже не помню, у меня какой-то, по-моему, Maybelline, но точно порекомендовать не могу. И все. Еще, кстати, мне поступил интересный вопрос. Хотела ли бы я переехать в Российскую Федерацию, в РФ? Мой ответ — нет. Я, на самом деле, кто не знает, я долгое время жила в Петербурге. У меня мама из Петербурга, и вот мы переехали, когда мне было 10 лет. Я прожила там до 25 лет. То есть 15 лет я там жила. И всегда, живя в Петербурге, у меня было чувство того, что я хочу уехать оттуда. Дело не в Петербурге. Петербург просто потрясающе красивый город, с этим спорить нельзя. Но именно стиль жизни больших городов, стиль жизни российских городов, не российских городов Питера, то есть я в российских городах других не жила, могу говорить только про Питер, мне всегда не нравился. То есть всегда было такое желание уехать, что-то изменить. И в какой-то момент я думала, что, скорее всего, это просто черта моего характера, что я не умею довольствоваться тем, что у меня есть, что именно у меня такое желание возникает просто из-за того, что оно возникает, то есть без какой-то причины. Но ответ мне пришел, когда я переехала сюда, живя в Ереване, у меня ни разу не возникало чувства того, что я хочу отсюда уехать, что мне здесь некомфортно, что жизнь какая-то тоскливая и всякое такое. То есть ответ пришел сам собой. Дело даже не в том, что Армения какая-то супер прекрасная страна, и там лучше нету, и всякое такое, хотя так и есть. Но именно дело в том, что мне Россия не подходит. Я это поняла, мне не подходит Россия. Поэтому все, на этот вопрос я ответила. Я в Россию переехать не хочу, и на самом деле, если меня вынудят какие-то обстоятельства туда переехать, мне будет печально, скажем так. То есть я против России, против русских людей, тем более я, конечно, ничего ими не имею и иметь не могу, потому что я сама наполовину русская. Но опять же говорю, именно вот этот стиль, вот эта какая-то суета, наверное, больших городов мне не подходит. Нет, я не могу. И климат, он на меня очень сильно влияет. Даже находясь в Ереване, когда очень редко бывают какие-то там по 3-4 дня пасмурная погода, на меня это прям влияет. Я чувствую какое-то вот душевное угнетение. И я не могу сейчас вспомнить, как я жила в Петербурге. Кто был в Петербурге, тот знает, там солнце бывает только по праздникам, реально. Это очень редкое какое-то ощущение. Но зато есть в этом свой плюс. Так как любят солнце петербуржцы, не любит никто на свете. Никто. Я когда, помню, на каникулы приезжала сюда, в Армению, я всегда удивлялась, что люди здесь жаловались: «О, сегодня опять солнечно, пойдем сядем в тенек». У меня, как у петербурженки, если я могу себя так называть, всегда было такое желание сесть под солнышком, погреться и всякое такое. И я всегда удивлялась, думаю, господи, что странные люди. Но сейчас я их понимаю. Сейчас, когда я вижу очередной 155-й день жары, я тоже думаю, господи, опять жарко, было бы уже пасмурно, был бы уже дождик, но... Везде свои какие-то проблемы. Так что, еще раз повторюсь, нет, в Россию я переехать не хочу. Я хочу остаться здесь. Так что и на десерт. Ребята, я оставила самый часто задаваемый вопрос на моем YouTube-канале. Не проходит, наверное, и дня, когда обо мне не задали этот вопрос. И только армяне сейчас поймут, кто задает мне эти вопросы. И спойлер, это не армяне. Почему меня зовут Шушан, а не Шушин? Вы сами понимаете, кто задает этот вопрос. Отвечу раз и навсегда. Если эти люди, которые спрашивают меня об этом, досмотрели до этого момента, ребята, город Шуши и
Шушан — это два разных названия. Слово «шушан» — это цветок, это название цветка. Шуши — это название города. Пожалуйста, не надо задавать мне этот вопрос, это просто смешно. В этих двух словах совпадают только первые три буквы. Дальше тоже есть буквы, и они не совпадают. Это означает, что это уже другое слово. Пожалуйста, не надо больше мне задавать этот вопрос, это просто смешно. Я говорю, не проходит и дня, чтобы меня об этом не спросили. Это просто... умора. Все, ребята, на этом видео заканчивается. Я ответила на часто задаваемые вопросы. Спасибо всем, кто задал вопросы. Мне очень интересно было на них отвечать. Надеюсь, я ответила на вопрос, который задали вы мне. И все, на этом я закончу это видео. Всем до скорой встречи и все. Всем пока.